Владивостоке росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Древо Сталинграда», приуроченной к 80-летию победы в Сталинградской битве. На территории краевого управления военнослужащие и сотрудники высадили пихту манжурскую. В знак памяти о героизме, мужестве, стойкости солдата-защитника. Здесь у памятного древа отныне будут начинаться экскурсии и уроки мужества с детьми из подшефных школ. Также в рамках патриотической акции росгвардейцы высадили в Магнитогорском сквере, расположенном у краевого управления, орех манжурский, а также ясень манжурский, традиционные для лесов Дальнего Востока деревья. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на восьмом.